1 июня – первый день лета, первый день каникул у школьников. И, конечно, эта дата – Международный день защиты детей. Традиционно подрастающее поколение принимает поздравления и подарки от родителей, бабушек и дедушек. В этом году маленькие виновники торжества из многодетных семей принимали подарки и слова наставления не только от родных, но и от медиахолдинга «Тверской проспект» и его партнеров. Счастливые моменты праздничного дня в нашем следующем сюжете. Двумя руками держи здесь. И что, мне нужно вот так идти? Тебе нужно назад отклониться. Инструктор Анастасия рассказывает 11-летнему Василию, как правильно управлять веревками, чтобы удержать равновесие, стоя на канате, да еще при этом двигаться. Подтягивайся назад. Лазить по деревьям, признается юноша, гораздо проще. Канатная эстафета делится на 3 этапа. Первый – идешь, держась за канат, второй – за веревку сверху, а третий – нужно преодолевать веревку, расположенную восьмеркой. Легче был третий и второй. Мне оказался сложный первый, потому что там можно взять неправильно веревку и упасть. Но упасть не получится, детей страхуют взрослые. О технике хождения по веревкам ребятам из многодетных семей рассказали инструкторы Федерации спортивного туризма. 1 июня они развернули для детей в парке Тьмака туристический городок. Гостям предлагалось не только научиться балансировать на канатах, но и освоить азы спортивного ориентирования. Детям, конечно, нравится. Вообще туристы любят говорить, что туризм – это школа жизни. Вот, потому что в туризме дети учатся взаимодействовать, сталкиваются с реальными трудностями. Родители отметили, что подобные мероприятия не только интересны, но и полезны для подрастающего поколения. Благодаря таким мероприятиям можно, ну, как-то своих детей развлечь, пообщаться, день провести с пользой и на воздухе, и им что-то узнать новое. Лето – пора активного отдыха. Сеть магазинов «Веломаркет» представляет огромный выбор детских и подростковых велосипедов на любой возраст, а также целый ассортимент самокатов. Он станет отличным подарком к лету. Именно их магазин «Веломаркет» подарил 15 ребятишкам. 1 июня отмечается День защиты детей. Сеть магазинов «Веломаркет» поздравляет подрастающее поколение с этим праздником и присоединяется к акции медиахолдинга «Тверской проспект» и инициативной группы «Верь в Тверь» как активный участник и дарится детям вот такие самокаты. О творческом досуге детей позаботилась общественная некоммерческая организация «Ротари Клуб Тверь», которая всегда активно участвует в благотворительности. По мнению его представителей, набор пластилина будет приятным и полезным презентом. «Ротари Клуб города Твери дарит все детям пластилин, чтобы они могли развивать моторику, отключались от всяких гаджетов, творчески развивались, и желаем им здоровья». Медиахолдинг «Тверской проспект» в свою очередь подарил детишкам билеты на популярные мультфильмы, которые они смогут посмотреть в современном и удобном киноконцертном зале «Панорама». Мы очень рады провести эту совместную акцию от медиахолдинга «Тверской проспект», а также рады, что нас поддержали наши партнеры – компания «Chicken House», «Тверской Ротари Клуб», ну и, конечно же, наши друзья «Веломаркет». Ну а от себя, «Тверского медиахолдинга «Тверской проспект», мы дарим вот такие вот замечательные билеты нашим друзьям в наш кинотеатр «Панорама». Ни одно детское торжество не обходится, конечно же, без вкусностей. Праздник Дня защиты детей продолжится в ресторане быстрого питания «Chicken House». Здесь всегда большой ассортимент блюд, приготовленных только из свежих и натуральных продуктов. Что, к слову, отметили и родители маленьких гостей. А им, в свою очередь, пришлась по душе популярная картошка фри, бургеры и натуральный ягодный морс. Праздник был хороший, в «Chicken House» все вкусно. «Chicken House», спасибо!